Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице пройдет турнир по скейтбордингу. На малой спортивной арене Лужники в субботу пройдет международный турнир по скейтбордингу Moscow Skateboarding Open 2019. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. Грандиозное шоу, которое позволит по-настоящему понять и полюбить скейтбординг, является продолжением традиции московских этапов мировой серии World Cup Skateboarding. Основной темой дизайна соревнований по скейтбордингу в этом году станет кино. Тема видео станет отличительной чертой этого мероприятия на фоне других международных соревнований по данному виду спорта. На этом пока все, а еще больше новостей ищите на сайте mymsk.online. До скорого!